Хазен вдруг обнаруживает, что Синан был инициатором той самой несчастной ночи в ее жизни. Обнаруженная правда разбивает вдребезги сердце Хазен. Да и для Синана все не так легко. Перед Егазом, из-за которого и раскрылась правда, хотя он этого и не хотел, стоят два разбитых человека. Именно он должен помочь им собраться. Егаз на своем плече утешает Хазен, которая терзается от сердечной боли. Синан, мучаясь угрызениями совести, впервые в жизни решает делать то, что правильно. Хазен, поддавшись гневу и боли, впервые в жизни решает не бороться, а сбежать.